Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Идем на ивент и получим сегодня пиньяту. Надеюсь, что получим. Ну, в любом случае, у нас получится пройти. Я в это свято верю. Так, ну хорош, хорош. Уже тут выделся. Ой, ё-моё. Опять этот громозека у нас тут. Ух ты, а это еще кто такой? Виноградинка, а что ты делаешь? Ё-моё, я же не знал, что так будет. Все. Так, понял, надо приберечь, короче, да? Взрыв такой виноградный. Слушай, а мне понравилось. Бамс, офигенно, кстати. Слушай, классно. Ух ты, а ты кто такой? Что это за малыш у нас? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди. Никаких куриц тут нам. Блин, я из-за этого, ребят, блин, сейчас... О-хо-хо-хо-хо, как все тут запущено-то оказывается, а? Да ладно, блин! Слушай, ну курица это плохо. Это очень плохо. Давай мы поставим сюда, наверное, лужайки вот эти вот. Смотри, опять этот идет с курицами. Этот... Слушай, я могу, знаешь, что, наверное... Нет, пока ничего не буду делать. Так, вот сюда вот лужайку надо поставить. Поехали, взрыв! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да... Ну хорош, не надо лезть, пожалуйста. Ох, хидрён батон. Ну я не знаю, друзья мои, как тут, как быть-то? Давай вот так вот сделаем. Да ну, опять эти курицы бегут. Нас спасают тут только лужайки, но это пока спасают. Ну-ка, вот зачем я так сделал? Скажи, вот объясни мне, зачем я сюда его притянул. Окей, предположим. Так, шипы не дадут пробежать этим курицам. А мы с тобой дальше продолжаем бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, не особо хорошо. По-моему, друзья мои, фейлом тут пахнет. Придется использовать... монетки, зря, конечно, я это сделал. Да вы дуплитесь или нет, ты зомби, ты достал уже. Этот-то тут появился прямо, а не запылился. Фух, подбить его надо. Нет, конечно, это все хорошо. Виноград замечательно, ничего не могу сказать. Но у него рандомно летят ягоды. Рандомно, они могут попасть, а могут просто пролететь. Но, тем не менее, мы с тобой зарабатываем пиньяты, которые будем... Оу. Лук у меня был, а вот этого не было. И 1000 монет. Ну, самое главное для меня было это пройти, конечно же, этот ивент. И мы получаем с тобой пиньяту. Так, оу, 4000, и все? 4000 монет мы с тобой заработали. Ладно, грех жаловаться, потому что я потратил 1000 на то, чтобы отогнать зомби от нашей территории, от наших газонокосилок. Что у нас тут? Тут у нас обновились все задания, я так понимаю. Ох ты, смотри-ка, что у нас тут скоро будет. Ну-ка, давай посмотрим. Пройдем этот уровень и получим космический абрикосик. Что? Что-то там 15 растений. То ли не должны погибнуть, то ли еще что-то. Кто-то из подписчиков говорил, Рэй, используй двойной подсолнух. Вот этот вот. Хорошо, я попробую его использовать, но он стоит 125, сам видишь, энергии. Это недешево. Так, здесь у нас эти машины опять зловредные идут. Так, бонгчоя возьмем с тобой, наверное, да? И защитника. Замедляшку. Оке, нужен нам здесь, наверное, не нужен. Попробуем пока без него. Вот орех, наверное, возьму. И фасольку. Фасольку. Ну, ладно. Что-то мне кажется, вряд ли у меня здесь получится все. Блин, я все-таки... Я не буду рисковать, ребят. Лучше по старинке. Готовимся.
Так, мы можем здесь вот поставить растения и одним листочком сможем задействовать все, да? Вот эти вот три. Но вначале нам нужна энергия. Уже идут. Уже бегут, сломя голову. Так, пока он там ползет, мы с тобой должны поставить как можно больше подсолнухов здесь. Какая музыка-то прикольная. Да-да-да-да-да, не кряхти там. Я вот сюда еще орех тебе поставлю специально, назло. На эти вот мы должны с тобой ставить. Тихо ты. А у меня что, дальников нету? Я дальников не взял, ёпарасете. Вот это я, да, вот это я лопухнулся. Я с собой не взял дальников, которые будут стрелять. Нет, у меня есть, конечно, один. Это цитрон, но он стоит дорого. Придется нам как-то с помощью вот этих вот защитников отбиваться здесь. Да. Хороший, конечно, вариантик у нас с тобой назревает здесь. Ну, сам виноват, сам и отвечай, как говорится, да? На-ка, съешь фасолинку, мне не жалко. Ну, есть... Ой, куда я поставил бомбу? Надо было вот сюда его ставить. О, готов парень. Так, а это у нас, друзья мои, летун. А он может перелететь через большой орех или нет? Не может. Поэтому... Или может? Нет, не может. И это хорошо, кстати. А вот это уже плохо. Вот это уже плохо. Так, нам что здесь с тобой? Давай вот так вот... Подожди, я не понял, почему это? Я же... Почему я не могу... В чем... А в чем спрашивается проблема-то? Так. Друзья мои, а что случилось? Почему я не могу поставить никого? Все, я понял. Вот оно в чем была загвоздка. Ты имеешь право поставить не более 15 растений. Поэтому ты никого больше не имеешь права выставить здесь. Твою ж налево, это плохо на самом деле. Значит, нам придется с тобой выставлять цитронов. Так, жуй фасолину. И не бубни там. Так, а этого мы с тобой пробить не можем, да? Что там, что там за... Сейчас волна побежит. На нас побежит волна сейчас. Ох, давай так сделаем, наверное. Готов, парень. Так, они срабатывают автоматически. Ты слишком не вовремя как-то замахал тут, если честно. Давай вот так вот попробуем с тобой еще сделать. Уничтожили, окей. Слушай, сюда надо цитрона ставить. Это точно. Так, если что, откинем их. Вот, кстати, идет, ползет. Так, кого мы можем с тобой... Да убирать нам, в принципе, никого не нужно. Мы сейчас вот так с тобой сделаем, наверное. Блин, я все время забываю, что никого я больше не могу поставить. Кто здесь лишний? Вот это, наверное, лишний. И поставлю я сюда, наверное, цитрона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Погнали. Вроде бы как справляемся. Кое-как с горем пополам. Так, еще у нас с тобой все косилочки пока на месте. Ничего не потратили. Окей, подбили. Давай, давай, стреляй. Ага. Опять этот идет. Опять этот издалека ползет. Что бы нам с тобой здесь придумать? Нет, бончей пускай стоит. А замедляшку не могу. А фасольку тоже не могу. Ну, 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 ну. Откидывай их обоих. Давай, откидывай. Вот так, отлично. Погнала. Бабах, уничтожили. Так, этому снеси голову. Этому тоже должны снести. Подсолнухи. А вот это что такое, ребята, у нас?
4, я не могу понять, что это у нас. Опс, пропустил вот здесь вот, ребят, видите, вспышку, к сожалению. Не доглядел маленечко. Бесит, а? Это бесява. Тогда мы с тобой поставим сюда тоже цитрона. О-хо-хо-хо-хо. Так, подобьешь? Нет, наверное, не сможешь, не успеешь. Давай тогда вот так вот сделаем. Отбросим его. И готовимся к волне. А, это и есть волна. Ребят, мы их побеждаем, и все у нас будет хорошо. Нет, не будем мы с тобой применять. На, он. Съешь. На здоровье, так сказать. Этот цитрон, смотри, пыхтит, пыхтит, пыхтит. Как будто запор у него. Так и хочет, ребята. Да, кое-куда сбегать. Но, вот, вот, учись, цитрон. Как зомби делает, он не держит в себе. Ну что же, вот у нас и абрикосик. Ведь это абрикосик. Ну, это не персик, ясно, перец. Фух, ну что, поехали далее. У нас с вами следующее. Да, это... Подожди-ка, абрикос. Ну да, абрикос. Мне хотелось бы посмотреть, что он делает. Да-да, мы его получили ведь точно? Я пока не вижу. Или нам просто дали... Ага, вот он. Я его возьму. Какой-то он странный маленько. Но надо глянуть, что он делает. Так, ох, елки-палки. Смотри, какая штука. Тут нам понадобится цитрон. Я забыл про лазерную фасольку-то. Ё-моё, конечно же. Как же про нее можно было забыть? Так, ну что, вроде бы дальники есть. Защиту, может быть, нам с тобой как-то тут сделать. Летающие, можно было бы взять бловера. Против летающих-то, да? Или же, блин, какой сложный выбор, а? Кто у нас может... Хорошо так бомбануть по ним. Лук задерживает, интересно, вот эту вот технику или нет? Тоже не знаю, понимаешь? Ой, какой сложный выбор, друзья. Ну, серьезно тебе говорю, сложный выбор для меня, по крайней мере. Цитрона я взял, все это сделал, да? Мину, может быть, взять. Или вишневую бомбу. Замедляшку я возьму. Ох, не знаю, друзья мои, что у нас тут получится сейчас. Но вначале, конечно же, с подсолнухом начнем. Давай энергию сюда. У нас, кстати, нифига у нас с вами денег. Только сейчас обратил внимание. 19 тысяч, ну почти 20. Но радоваться пока рано. Так, первый пошел у нас. Ну-ка, давай посмотрим, что ты делаешь. И это все? И... И что это значит? Делает какую-то волну. Судя по ходу, наверное, эта волна уничтожает, ну, может быть, не растения, но, по крайней мере, выбивает их из строя, а может быть, даже и оглушает. Надо будет это все протестить. А в лучшем варианте. Так, этот подкрадывается. Ну-ка, давай посмотрим. Вот. В плане... Может быть, она не действует на обычных зомби, может быть, она только на технику... Не знаю, друзья мои, надо проверять. Ничего пока тебе не скажу. Действует, конечно, немножко странно как-то. Волна, появляется волна, да? Ладно, у нас будет еще с вами момент проверить. Техника рано или поздно здесь поедет. И тогда мы посмотрим, что же. Так, подожди-ка, лазербин я сюда поставлю. Берем энергию, сюда мы, наверное, вот так вот сделаем. Бонг-чой пускай стоит. Сейчас дождемся техники и будем проверять. Так, подсолнухи пока нам не нужны здесь. С этими, я думаю, мы справимся. О, тихо. Так, лазербин, давай, пожалуйста, делай побыстрее свое дело доброе. Уничтожай вот этого вот халабуду. Вот, друзья мои, первая техника идет. Сейчас мы с вами и проверим, вот. Как раз, ну-ка. Да. Она выбивает из строя. То есть она не уничтожает, а просто как бы отключает.
Я тебе могу сказать одно, это очень даже неплохо. То есть на некоторый момент, на некоторое время она его вырубает. Ну а дальше уже наши, как говорится, цветочки и растения будут его бомбить. Ну откат, ну откат в принципе не такой большой. Надеюсь, у нас получится все-таки его нахлобучить тут. Лазербин, как долго цитрон копит свой удар? Как долго? Ну вот серьезно тебе говорю. Прям вот иногда аж до бесячества долго. Ну куда вы прете-то? Замедляшку надо врубать. Так, тихо, Лазербин встает сюда. Куда, 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 куда ты разогнался? В отключку тебе, парень. Так, у нас есть с тобой ульта, применяем. Окей. Вот это вот лишнее. Вот это лишнее тут прискакало. Давай, Бонгчой, наяривай. Так, замедляшку я поставлю. Куда я ее поставил? Блин, я все время забываю, что замедляшку нужно тронуть, прежде чем она... А я ее выставляю, как будто она сама по себе будет срабатывать. Вот в этом-то моя ошибка. Так, давай мы, наверное, с тобой бомбанем ульту. Окей. Так. Нам сюда... А, мы уничтожили уже. О-о-о, тихо, 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 тихо. Побежали, разогнались. Замедлили. Окей. Давай сюда цитрон, наверное, поставим с тобой. Ну, с летающими очень хорошо справляется Бонгчой. Я уже убедился в этом. Вообще на изи бомбит их. Так, тихо, кто тут у нас идет? Замедляшку. Упс, тут, по-моему, нам пора с тобой применять ульту. Так, вот сюда. Ну? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Супостаты, отвалите. Давай на всякий случай сюда еще поставим этого Бонгчой. И замедляшечку. Ну? Что, съели? Все? Не, ну сталия хороша. Хороша, ничего не могу сказать. Она замедляет вообще замечательно. Мне нравится. Так, давай сзади, сзади ему. Поддавай пинков. Слушай, на тебя абрикосик действует? Нет. Абрикосик на него не действует, к сожалению. Но это последний зомби. Сейчас мы его быстренько с тобой уничтожим. Вот этот вот лазербин хорош, но он очень долго, долго перезаряжается. Тоже. Но по сравнению с цитроном, конечно, это небо и земля. Цитрон вообще, он там... Такое ощущение, что сутки просто стоит там, пыхтит, ярость копит, потом выплевывает. Ну что, главное, мы прошли с тобой этот уровень. Ну и что там, инфинат какой-то, орех будет. Так, надо нам зайти с тобой на наш огородик. А тут у нас все хорошо. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, возьмем что-нибудь. Заберу. Интересно, а что делает у нас сталия под ультой? Мне так лично очень хочется проверить. Так, ну что, теперь, я думаю, пора дальше идти. Мы на 11-й миссии. Так, квест комплит. Это у нас пиньеточка. Окей, покажи, пожалуйста, что в тебе скрыто. Так, 100 монеточек. Ага, цитрончик. Нормуль. И абрикосик. Все, да? Окей. Ну что, мы пройдем с тобой 11 уровень. Воу. Голографический орех. Окей. Будем сразу идти в наступление. Интересно, что делает сталия под ультой? Я уже сам себя дважды спрашиваю, что она будет делать. Сейчас увидим, что она будет делать. Ой-ой-ой. Техника, да? Надо ее будет вырубать, а для этого нам понадобится вот этот абрикосик. Так, здесь мы возьмем защитника. Орех, наверное, здесь нам не понадобится. Ой, подожди, а я не могу взять подсолнухи.
чем опять подвох, а? Что опять они мне тут за испытание устроили? Ёлки ты моталки, а? Сейчас посмотрим. Так, лазарбин. Я не знаю, цитрон, по идее, ну он 300... Наверное, скорее всего, мне дадут вот 2750. И как хочешь, так и укладывайся. Соответственно, нам придется с тобой тратить деньги. С личного бюджета. По-другому не знаю, как еще. Три стрел. И все. Где сталью я взял? Подожди-ка. А где стали? Она запрещена. С какого вдруг перепуга-то? Ты. Ладно, возьму цитрона еще. Не знаю, в чем прикол здесь. Погнали, let's rock. Что? Что они там мне написали, не пойму. Тихо, родные. Давай так. Блин, плохо дело. Получи. Так, бин. Куда еще нам? Сюда поставить. Ну, как вариант. Да, мы с тобой, скорее всего, должны уложиться. Ну, подбили. Так, а здесь, если я вот так применю. Твою же маковку. Они ползут, друзья мои, они ползут. Блин, успеть бы тут все это сделать как следует. Потихоньку у меня заканчиваются... Солнечная энергия. Ну, я не знаю, 250 еще остается. Вот и думай теперь, как тут выжить. Пытаюсь изо всех просто сил. Все, это последнее, ребят, что я мог себе поставить здесь. Придется тратить финансы, мне кажется. Придется нам с собой, скорее всего, тратить сейчас наши кровные деньги. Особенно вот против вот этих охламонов. Да и вот тут тоже зомбари идут. Я могу вырубить, кстати. Эй, не подходим. Придется, наверное, активировать, да? Или успеем? Успели, отлично. Так, что я хотел? Я хотел вот здесь вот, вот таким вот образом вырубить их. Цитрон, давай копи там быстрее свою энергию. О, разбомбили. Так, остается еще одна машина. У меня еще есть энергия на употребление вот этого вот персика или абрикоса. Фух, прошел, кажись, друзья мои. Ох, пиньяту заработали. Такой зомби странный вообще. Жесть какая-то. Зомби-робот. Обязательно будем вскрывать. Да что ты мне тут все? Покажи, пожалуйста, что там в тебе находится. Монетки, соточка, естественно. А, я помню тебя, парень. Ты стреляешься за счет солнечной энергии. Ох, ё-моё, а это редиска. Турнип какой-то, тайл. Самое главное, что прошли. Это был у нас 11-й день. Едем далее. Ну, что... Ой, ёпарс, это как посмотрю на этого гаргантюа, мне аж в дрожь бросает просто. Громозека такой, со столбами электропередач. Ай, ладно, шутки шутками, но на самом деле надо подготовиться хорошенько. Так, возьму цитрона сюда. Возьмем с тобой вот этого. А он может толкнуть, интересно, его? Надеюсь, сможет. Замедляшку возьмем, это сталия у нас. Ко всему прочему, нам здесь понадобится вот этот вот абрикосик. Лазербин. Так, наверное, мне придется здесь взять бомбу.
вишневую. Наверное, сейчас посмотрим. Нет, лучше я возьму бонг чой. Так, смотрим, вроде бы все хорошо. Все у нас слажено. Начинаем с вами атаку. Точнее, защиту. Атаку начинают они. Мы же защищаемся. Ну, где эти лопухи? У нас 12-й день с вами. Ну, вот они, недолго заставили себя ждать. Так. Что я могу здесь позволить себе пока? Да ничего. Могу вот так вот просто защиту поставить. Для начала. Так, сюда, наверное... Нет, сюда мы не будем подсолнух ставить. Надо уже выставлять лазербин, наверное, будем. Да, начинать с него. Поехали. Так, здесь будет лазербин. О-хо-хо-хо, здесь нужен бонг чой. Ну, где он? 150, ну что не хватает-то? Так, окей, погнали. Давай, бомби его. Этого шитика летающего здесь. Упс, минус чайник. А здесь поставим защиту, чтобы оттолкнуть его. Это нам даст небольшое преимущество для дальнейшей расстановки приоритетов. Так, бонг чой, но за ними всегда нужно ставить наших ребятушек. Это именно лазербин. Вот так вот, в два рядка сделаем с тобой. Здесь тоже бонг чой, наверное, будет у нас стоять. Так. Вот таким вот образом мы с тобой сделаем. Пока никакой установки на нас не едет огромной. Переживать нам не стоит. Копим на лазербин. Вот так вот. Пускай стоят здесь. Идут партизаниш. Идут партизаниш, фашист. Окей. Что там за мелодия? Кто-то пополз, кто-то идет. Да, ребят, ползет. Его встретят. Что? Еще этих танцулек мне тут не хватало. Пляски тут свои устроили мне. В плане. Подожди, а что произошло? Почему здесь сработало? Я что-то пропустил? Увлекся, отвлекся, блин, да? Ай-яй-яй, как плохо. Что-то, ребята, я прозевакал. К сожалению. Не досмотрел. Ё-пер-сет-те. Друзья мои, идет громозека. Подожди, подожди. Наверное, вот так вот нам надо сделать. Блин, да что? 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 Да ничего. Замедлять его надо, вот что. Замедлять и лазербин сюда ставить. Он еще пошел-то по такой траектории. Для меня совсем не подходящий. Так, а я его, интересно, могу вырубить тоже? Могу. Я тоже, друзья, могу его отключить. Поехали. Да что ж вы этого-то летуна не подбили? Замедляем тогда. Что там происходит? Что за взрывы какие-то? Че, не пойму. Где тут что, кто, чего, куда, почему? Надо и вот этих вот вырубать. Слишком много летающих, да? Слишком много. А, Сталия, она же у меня... Помните, я хотел узнать, что у нас делает Сталия под ультой. Так вот, ребята, она замедляет абсолютно всех врагов. Абсолютно всех врагов. Вот что делает у нас Сталия. Тудуш, ты хорош. Аркаша, успокойся, там начинает мне наяривать. Так, что же сделать-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Ё-моё, не было печали. Не было печали, ребята, еще один громозека тут вышел у нас. Замедляшку, срочно. Наверное, вот этот вот шитик пробежать умудрился в тот раз, да?
Смотри, как он подчищает ряды, а. Ты просто посмотри, что он делает. Вырубаем их. Без компромиссов бомбим, друзья мои. Без компромиссов. Никаких прослаблений этим. Но это даже не Гаргантюа. Это просто обычные роботы, а управляют ими зомби. Гаргантюа — это просто гигантские зомби. Так что прошу не путать. Иди отсюда. Все. Прошли. Слушай, ну если бы не Сталия наша с ультой, мне кажется, пришлось бы поорать бы здесь. Ну а так у нас все удачно получилось. Что за инфинат откроется какой-то у нас скоро? Ну что, продолжаем. Продолжаем наши бои. Так, а вот этот вот шлем я помню. Он отталкивает растения. Угу. Ну что, возьмем Сталию. Так, абрикосик. Цитрончик возьмем. Хм. Так, подсолнух. Наш бонг-чой. И кого бы еще? Гвард, конечно же. Великая команда защитников на Страже Галактики. Начнем потихоньку. 13-й день у нас как-никак. Мне нужно всего лишь где-то набить, друзья мои, 3 гема, 3 кристалла, чтобы купить себе новые растения. Понимаешь? Мне очень хочется приобрести еще какой-нибудь цветочек или еще что-нибудь в этом роде. Так, ну только подойди, зомби, сразу получишь по шеям от моего бонг-чой. Такой довольный, деловой. Крутой. Любитель подраться. Так, что там у нас? Еще один ханорик идет. Ну давай, подходи. Сейчас мы тебя тоже быстренько здесь ушатаем. Хуком справа, хуком слева, да? Так, подожди-ка секунду, нам нужны подсолнухи. Нам нужны подсолнухи. Тут будет у нас две волны, началось. В России утро, побежали охламоны. Так, давай сюда вот поставим с тобой защитника. Окей. Так, и надо уже, наверное, потихонечку-потихонечку переключаться на лазербин. Но сначала разберемся вот с этими. Окей, все у нас хорошо. Лазербин, сколько... А, вот он уже готов. Один у нас готов. Выставляем сюда, тоже выставим. Так, это у нас под защитой идет. Под колпаком, так скажем. Поэтому нам надо вот сюда поставить нашего защитника, чтобы он его оттолкнул. Ну что? Так, минус. Лазербин сюда ставим. Так, тихо. Ползет. Сразу замедляшку сюда врубим. Ты не достанешь. Давай защитника сюда поставим. Нужен лазербин, чтобы он... А, подожди, даже лучше... В идеале лучше цитрона поставить. Хотя и лазербин тоже пойдет. Ну чё? Пока тишина. Пока тишина. Так, давай-ка я еще, наверное, сюда поставлю, чтобы его оттолкнуть. Опять же, чтобы замедлить. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу здесь. Ага, и этого тоже мы вырубаем. Так-то оно будет получше. Что ты тут хрустишь мне, наяриваешь? Так, опять очнулись. Тогда мы сделаем с тобой замедляшку. Здесь я не беспокоюсь, тут они не пройдут. Вот эта вот музыка мне не нравится. Это говорит о чем? О том, что сейчас пойдет волна. О том, что сейчас пойдет волна. Ну-ка. Рухнули. Окей, также мы с тобой сюда, наверное, вот сюда поставим замедляшку. И бонг-чой пускай немножко тут побомбит. Чуть-чуть буквально. Его, правда, съедят сейчас. Оттолкнул. Молодец, красавчик. Ёпрст, это что делаем, ребят? Наверное, вот так вот придется.
Совсем нехорошо, да? Да когда же вы упадете-то, а? Чё ж вы такие крепкие-то, а? Я, конечно, все понимаю, но не настолько же быть имбовыми. Ну, оттолкни их всех, пожалуйста. Нет, защитник тут на самом деле очень крут. Мне нравится, как он делает. Что он отталкивает, да, несмотря на то, что он всего лишь три разика может оттолкнуть. Но три разика эти спасут тебе. Точнее, да, но тебе спасут жизнь. Зомби до тебя не доберутся. Так, что дальше? Замедляху врубим. Врубим с тобой замедляху. Смотри, что тут происходит. Кипиш. Я даже цитрона ни одного не послал, ты представляешь? Это говорит только об одном, чтобы здесь можно и без него справиться. Упс. А вот это было подло. А вот это было подло. Так, секунду. Блин, он мне всю малину испортил. Друзья мои, он мне... Да что ты? Все испортил. У меня здесь, блин, вот здесь подсолнух мне уже не нужен. Тихо, тихо, тихо. Подожди, 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 подожди. Так, оттолкнут, да, их оттолкнут. Я еще их вот так вот, опа, выведу из строя. И начнем бомбить их. Также пускай он сталью возьмет. А Бунчу в этот момент будет его пока здесь бомбить. Минус один. Тихо, вот это не надо. Не надо отталкивать. Убираем, ребят. Сзади давай вот так вот. Хоп, 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 хоп. Ну, гварды, приготовились. Все, он рухнул. Фух. Слушай, а мне понравилось. Оу, вот, ребята. Я думал, что же за нат нам выпадет. А вот он. Это голографический орех. Инфинат. Окей, поехали далее. Что здесь? Это накопить или потратить? 1500 солнца. Накопить. Это нам нужно накопить 1500 солнца. Обещать не буду, но попробую. Защитник. Так, вот этот орех надо будет испытать, посмотреть, что он делает. И лазербин. Сможем ли мы вот этим отрядом накопить 1500 солнца? Не знаю, друзья мои. Может быть, сможем. Упс. Я должен не накопить, я... Блин. То есть здесь прибавка, здесь расходы. Я так понял. Молодцы, красавцы. Что я могу еще сказать? Как я ненавижу вот такие вот уровни, друзья. Терпеть их не могу. Когда вот этот вот баланс туда-сюда. Да, ничего не поделаешь. Как мы будем тут, фиг знает. Хорошо, что у меня хотя бы стали стоит бесплатно. Да зачем мне эти подсолнухи тогда нужны здесь вообще? Я не понимаю. Толк от них какой? У нас, если я не ошибаюсь, вот этот орех, он со временем потом восстанавливается. И знаешь, что я сейчас понял? Где я лопухнулся, черт подери. Я не взял с собой Бонгчой. Ну как так можно было, а? Ну, да бомбани ты его. Как же я вот... Ё-моёшечки-то... Чё, будем тратить, наверное, мы с вами здесь. Да ничего мы тут не тратить не будем. Твою же маковку, а. Да и летите отсюда, уже достали. Ну вот как? Как я здесь должен справляться? Чёрт подери. Офигеть. Стали, давай, уходи.
твой выход, блин, радость моя. Всего 300 осталось у меня энергии солнечной. Вы серьезно, блин? Вы сейчас прикалываетесь или это на полном серьезе? За 300 энергии я должен здесь выиграть все. Молодцы, красавцы. Стали хоть бесплатная, радость моя выручит меня. Ну и что, 25 энергии всего лишь осталось. Че, блин, неужели мне придется вот так, ребята, делать это все дело? Я другого варианта не вижу. Понимаешь? Я просто не вижу другого варианта, как тут можно выжить. Но... Ёпарасоте, да хорош, сколько вас тут бежит-то? Только так, если... Хоть чуть цитрона не поставил, сейчас бы выставил бы на свою голову. Окей. Так, это последние, да, у нас идут? Это у нас последний зомби. Если мы тут выживаем с тобой, то все, окей, проходим. Но потерял я 2000 хп. Подожди еще, пока рано радоваться. Надеюсь, Лазарбин тут справится. Не люблю вот такие вот уровни, серьезно говорю. Когда тебе дают определенный лимит, ты еще должен покупать подсолнухи, да? Чтобы у тебя было солнышко, чтобы ты мог выставлять свои растения. И этот лимит у тебя уменьшается. Это бред. Так, орех там бедный уже заморгал, сейчас исчезнет. Но я надеюсь, Лазарбин успеет его подбить. Мне бы не хотелось тратить энергию, хотя тут есть газонокосилка. Эй, еле-еле двигается. А у нас 14-й день. Все. Зомби к этому хана, друзья мои. Ну, вот. Добили. Фух. С горем пополам мы с вами прошли. Ну, на самом деле, действительно, бесявые эти вот такие вот уровни. Терпеть их не могу. Что там? Магнифинг. Грейс какой-то. Что за магнифинг еще? Выполнил, надо же. Ну что, думаю, на сегодня еще одну битву с вами сделаем, да? Вы что, серьезно, что ли? Защитить цитронов? Вот не понос, так золотуха, а. Ладно, что сделаешь, будем защищать. Тут, естественно, нам нужны будут и гварды. По идее, и лук бы пригодился. Так, сталью возьмем. Возьмем с тобой лук. Лазербин. Орех, наверное, нам понадобится здесь. Так, орех. Что еще можем поставить с тобой? Ну и, конечно же, абрикосик. Вроде бы как и все, да? Слушай, вместо этого можно взять... Где у нас сдувальщик-то этот? А вот он. Он может сдуть. Стоит недорого, поэтому давай. Ох, была не была. Начинаем. Тут на... Опять не взял бонг-чой. Да ёпарасоте, а! Зачем мне этот орех? Надо было бонг... Ладно, фиг с ним. Что есть, то есть, ребят. Окей. Так, сюда мы с тобой замедляшку. А чё вы так... Сразу-то? Почему вы так сразу на меня... Да блин! Давай вот так, наверное, оттолкнем. Фух! Блин, кое-как там успел... Так, подожди. Про этих-то тоже не стоит забывать, да, ведь? Вот про этих зомби, которые тут уже идут, довольные. Энергия нужна. Так, сюда поставим защитника. Пускай оттолкнет их. Блин, подсолнух хотел поставить, так не дают же, понимаешь? Не дают они мне этого сделать. Давай так вот, наверное, сделаем. На первое время. Так, стали, давай, замедляй их. Так, 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 минус, минус, минус. Даже не знаю, что сделать. Это еще не поехали всякие машины, транспорт. Бедный там орех мой
колупают. Так, секунду. Чтобы здесь... Что, вот так вот сделать? Так, что у нас? Ага, летуны уже пошли. Все, музыка прогремела, значит, жди неприятностей, да? Стали, замедляй. Вырубаем их. Машины. Как быть-то? Черт, я не успеваю просто. Там идут, тут идут. Так, подожди-ка, если я его таким вот образом сделаю. Окей. Твою ж налево, как ты пробрался, блин. Пробрался. Причем в легкую. Ладно, пускай газонокосилку здесь потратим. Одну. Одну косилочку с тобой придется нам потратить, фиг с ним, так уж и быть. Но это первая и последняя была косилка. Больше они этого не увидят. Так, здесь замедляем. Точнее, вырубаем даже их всех. Сталя, ты будешь работать, нет там? Ой-ой-ой-ой, как же так-то? Тут нас тоже съели. Что, применяем с тобой ульту. Подбили. Сдуваем летающих, чтобы их тут не было и духа. Сталя замедляет. Персик вырубает. Так, лазербин сюда поставим. Там защиты у нас нету. Или есть, не вижу там. Есть, есть, стоит защитник. Опачки, тут-то как так. О, хорошо. Здесь замедлим. Замедлим, сюда поставим защитника с тобой. Защитник пускай их откинет. Также мы сюда поставим с тобой орех. Так, вырубить надо этих. О, нормуль. Так, давай еще откинем. И остается нам только лишь разбомбить. А это сделает у нас кто? Лазербин, да? Будет пыхтеть здесь над этим делом. Через ульту. Ты смотри, еще живой, а? Еще работает, еще хрустит там что-то. Стали, замедли его, пожалуйста. Вообще, вырубим его. Был бы у нас Бонг Чой, он бы давным-давно бы справился. Фух. Так, ну что, пока он там в отключке, давай еще, наверное, ульту одну с тобой применим. Все, друзья мои, прошли мы с вами этот уровень. О, пинеточка, это хорошая новость. Давай посмотрим. Да и понятно все это, что ты нам здесь подкинешь. 100 монет, да? Ага, опять это редиска. И вот этот вот стебель. А, вот он. Гресс этот. Отлично, друзья мои. Ну что, думаю, на сегодня пока будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.